Я, родные мои хорошие, даже не знаю, какие слова самые красивые, самые чудесные подобрать, чтобы сказать вам спасибо. Отблагодарить вас от всей нашей лохматой души, от всего сердца. Господи, вы понимаете, что вы сделали? Ребята, вы спасли нам жизнь сейчас. Вы помогли нам оплатить часть корма. Ребята, мы собрали 600 тысяч. 600, ребята. Но, к сожалению, нам пришлось нанять трактор, закупить доски. Я сейчас вам их покажу поближе, потому что работа не должна останавливаться. И закупить часть корма. 200 тысяч мы отдали долг. И мы взяли пока всего 60 мешков. Это на 5 дней. Но, ребята, жизнь продолжается, и потихонечку, в крайнем случае, мы будем по чуть-чуть закупать корм, даже если придется покупать на один день. Ребята, спасибо вам, люди, дорогие мои, родные, милые, хорошие, как же я вас люблю. Спасибо вам, друзья, вы себе не представляете, вы просто подарили нам жизнь, понимаете? Спасибо вам, мои хорошие, спасибо вам огромное-огромное. Благослови Бог вас, ваших детей, ваши семьи, ваших внуков, ваших родных. Я желаю этого вам всем сердцем. Мы купили 12 кубов 25-й доски. Это та, которая чуть дальше, к синей бытовке. И 2 куба мы купили 40-й доски. Это на столбы, на подпорке. 2 куба сороковки и 12 кубов мы купили 25-й доски. А теперь, девчонки, все силы будем бросать на то, чтобы рассчитаться с Андреем. И я прошу вас об этом, девочки. Очень прошу. Помогите. Это что такое, а? А ну-ка. Гритомать. Это что? Вот это скажите, ребята, а как это называется? А? А кто в этом виноват, а? А можно узнать? И куда это все мои красивые резко делись? Ага. Одну красивую нашли. Раз. А где остальные? Не поняла. Так, ты участвовала в погроме или нет? Наверное, нет. А вот кто-то участвовал, и кто-то замаскировался где-то, что даже найти нельзя. Так, это ты виноват? Что там сделал? Так, это что такое, а? Кто там все это сотворил? Кто? Хенрик, что ты творишь? А по попе? Тебе не стыдно? Стыдно, да? Ты думаешь, ты спрятался? Вот это что такое? А? Кто виноват? Хенрик, кто виноват? Тебе не стыдно? Плохой мальчик. Да? Тебе не стыдно? А, чудовище мое? Ну что с ним делать? Вот что с ним делать? Что с ним делать? А? Как тебе не стыдно? Смотри, смотри, какую дыру выгрыз, а? Ты здесь ни при чем, нет? Да? Оно само порвалось. Само порвалось. Пипец, а? Что ж ты натворил-то? Ты посмотри, стянул матрас с дивана. Положил его на пол, да? Скажи, а на полу неудобно лежать? На полу лежать неудобно, да? А я где буду спать, а, чудовище? Ну что ж ты за такое чудовище у меня? А, ну господи, боже мой. А, что ты творишь? Не-не-не, даже не подходи, я на тебя... Я злая. Я сегодня злая. Да-да-да. Ай. Ну? Что творим? Что ты
за вреднючий такой, а? Вот что ты за вреднючий? Ну что ж такое-то, ребенок, а? Что ж ты творишь-то, чудовище? Да, все, миримся, да? Миримся? Миримся, миримся. Ах ты ж крокодил такой.